Доброго времени суток. Итак, мы с вами рассматриваем следующее задание. На рисунке изображены графики двух линейных функций. Найти абсциссу точки пересечения этих графиков. Особенность этого рисунка в том, что выделены на каждой из прямых две точки с целочисленными координатами. Вот на первой прямой это точки А и Б. На второй прямой это точки D и E, которые имеют целочисленные координаты. Нужно найти абсциссу точки пересечения графиков этих линейных функций. Один из моих учеников пытался решить эту задачу самым простым образом. То есть он просто построил эти точки по координатам и продлил соответствующие прямые до пересечения и сказал мне ответ, который оказался не совсем верным. Более того, я удивился, как-то он так быстро решил это задание. Он мне объяснил, что просто построил, просто продлил и указал координату точки пересечения, абсциссу точки пересечения. Естественно, на точность это решение может претендовать только в том случае, когда эта точка, этот абсцисса точки пересечения имеет целочисленную координату, да, во-первых. Во-вторых, нужно все-таки, чтобы были хорошие инструменты, хороший карандаш, чтобы достаточно тонко нарисовать, достаточно точно, достаточно тонко. Конечно, это решение я ему не засчитал, и мы начали с ним вспоминать. Как говорил один из моих замечательных преподавателей, не знаю, с чего начать, начинай с самого начала. А самое начало – это уравнение линейной функции y равно kx плюс b. То есть для каждой прямой плоскости x о y можно составить уравнение соответствующей линейной функции. Это очень просто составляется уравнение в том случае, когда мы точно знаем угловой коэффициент и значение b. Угловой коэффициент мы можем определить, если через точку А проведем прямую параллельную оси x, а через точку b прямую параллельную оси y и найдем точку c пересечения этих прямых. И тогда у нас получается прямоугольный треугольник ABC. И в этом прямоугольном треугольнике мы можем найти тангенс угла при вершине А. И тогда угловой коэффициент равен, во-первых, тангенсу угла наклона этой прямой к оси x. И, соответственно, в данном случае это получается bc, противолежащий катет, деленный на ac. Так, то есть для первой прямой этот угловой коэффициент будет равен трем вторым. И для первой прямой мы можем определить достаточно точно, вернее абсолютно точно, ординату точки пересечения этой прямой с осью y. Соответственно, b1 равно 8. И таким образом мы можем получить уравнение первой прямой вот в таком виде: y равно 3 вторых x плюс 8. Для точного решения нужно также определить, составить уравнение второй прямой по координатам двух целочисленных точек. Также можем определить, также мы можем здесь определить угловой коэффициент этой прямой, сделав дополнительное построение. Так, соответственно, я показываю фрагменты решения.
Это, естественно, не полное решение, но нам в этом задании главное получить правильный ответ. Так, таким образом, К2 здесь получается EF, деленное на DF, то есть, соответственно, 5 седьмых. И я специально подобрал точки D и E с целочисленными координатами таким образом, чтобы было не так уж и просто на глаз определить значение B2. То есть ординату точки пересечения второй прямой с осью Y. То есть B2 нам здесь пока неизвестно. Как же можно решить это задание? Есть несколько способов. Вот предлагаю достаточно полезное уравнение пучка прямых, проходящих через точку с координатами x0, y0. y минус y0 равно k, умноженное на x минус x0. Уравнение пучка прямых, проходящих, скажем так, через точку m с координатами x0, y0. И тогда, зная угловой коэффициент k и зная координаты одной из точек этих прямых, можно записать уравнение соответствующей прямой. Через уравнение пучка прямых, проходящих через данную точку. И, кстати, это уравнение полезно знать не только для решения конкретно этого задания, а также для решения многих заданий с параметрами. Поэтому у нас принцип такой. Решаем одно задание, готовимся на этапе подготовки к решению многих других заданий. Также можно найти коэффициент B2 из чисто геометрических соображений, рассмотрев два подобных треугольника, вот DEF и второй, значит, треугольник D, вот эта точка и вот эта точка основания перпендикуляра, подобные треугольники, и, соответственно, из того, что получится, вычесть 2, то есть можно чисто геометрически определить B2 или таким вот образом. Ну, также есть уравнение прямой, проходящей через две точки. То есть по координатам двух точек всегда можно записать уравнение прямой различными способами. Это все мы с вами рассматриваем на наших конкретных очных или онлайн занятиях. А в данном случае у меня получилось уравнение второй прямой в таком виде. Значит, B2 у меня получилось равно 1/7. И теперь мы можем составить систему двух уравнений. Y равно 3/2 x плюс 8. Это первое уравнение. Уравнение первой прямой. Уравнение второй прямой, y равно 5/7 x плюс 1/7. Можем рассмотреть систему этих уравнений. Но так как нас интересует только абцисса, точки пересечения, левые части равны, приравниваем правые части, получаем уравнение относительно x. 3/2 x плюс 8 равно 5/7 x плюс 1/7. Естественно, для упрощения этого уравнения лучше умножить обе части на наименьшее общее кратное чисел 2 и 7, то есть на 14. Получаем более простое уравнение. Так, и вот достаточно красиво получилось, хотя можно сказать, что этот результат случайный. Но в то же время
получилось целочисленное значение. То есть я заранее не планировал, что оно будет целочисленное, оно получается целочисленным. Значение x. Так, ну тут любой из вас может дорешать это уравнение и убедиться в том, что x равно минус 10. Итак, подытожим. Значит, для решения заданий такого типа я советую научиться находить угловые коэффициенты прямых, проходящих через две точки с целочисленными координатами, составлять уравнение этих прямых, так, ну и, естественно, вспомнить, как решаются системы таких уравнений. Я приношу свои извинения за возможные оговорки, отпечатки, какие-то неточности и за возможное не совсем качественное, за возможный не совсем качественный звук. Не везет мне с микрофонами. Надеюсь, тем не менее, что этот видеоурок кому-то из вас окажется полезным. Удачной вам подготовки к любым экзаменам, не только по математике. По математике всегда рад вам помочь. С вами частный преподаватель Шеховцов Виктор Анатольевич из города Новокубанск Краснодарского края. Всего вам доброго, увидимся.